Сейчас. Митя, когда война, они говорили? Война, ну, по расписанию 16-го, 16-го говорят. Война. Слушай, подожди, 16-го числа. Это плохо, война 16-го. Почему? Так у Валиева 15-го короткая программа, получается 16-го война, 17-го у нее произвольная программа. Получается, она уже произвольно будет катать во время войны. Может, перенести войну, Митя? Ну. Это же не Олимпиада, там же можно двигать даты. Ну да. Что ты думаешь по поводу? А вообще, почему 16-го? Вот, почему такая дата? А дело в том, что там в другие даты не все могли. А-а. Я вот думаю, куда переносить войну, по идее? Но она же flexible. Ее же можно перенести. Ну, но можно. Там, подождите, тоже, смотрите, дальше. Там что, весна начинается, 8 марта. 8 марта, конечно, хороший день. Как говорится, подарок всем женщинам. Но войну нельзя начинать, потому что в Кроксе концерт Лепса и Агаларова «Я нравлюсь женщинам» и все. Нельзя совмещать, потому что все пойдут туда. Угу. Все, кто с оружием. Потом что? Потом весна, потом Великий пост. Плохо там война дальше. Да. Вообще война не ложится там в календарь никак. Смотрите, в июне фестиваль «Дикая мята», там группа «Кис-кис», какая война? У меня есть предложение, давайте перенесем войну вообще. Давай, ну, отменять не будем, все-таки война. Да. Ну, перенесем. Ну, перенесем. Ну, на куда перенесем? На 700 лет, давайте. Давай. Давайте договоримся. Перенесем, ребят, давайте мы, да. Хорошая идея. Перенесем ее на 700 лет, дождемся, когда на нас нападут марсиане. Вот. И тогда мы все вместе, вот забыв про все вот это, все вместе уже, всей нашей дружной семьей, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО.